Здравствуйте, дорогие друзья. Вот. Огромное количество информации, которая навалилась сейчас на каждого из нас, несметное количество информации, приводит одних в панику, других в страх. Это две вещи граничат друг с другом. Из этого вытекают депрессии. Кто-то позволяет себе вести себя как полный безумец, ничего этого нет, все это ерунда, все это нас обманывают, там какое-то правительство, все это специально, то есть вранье. Давайте не строить иллюзий, давайте поймем, что да, действительно, эпидемия есть, да, действительно, люди умирают. Сейчас я не берусь судить о том, умирало ли их больше, скажем, в период инфлюензы, птичьего гриппа или же свиного, или же меньше. И это пусть занимается статистики, но то, что мы видим, что действительно вирус агрессивный и какая-то часть заболевших действительно переживает это тяжелой симптоматикой, иногда заканчивается летально. Это видно. И уже это должным образом должно насторожить как каждого человека, видящего и понимающего это, так и государство в целом, и весь мир. Что, в общем-то, наверное, и происходит. Я также не хочу сейчас говорить о том, о тех всех четырех аспектах сегодняшнего кризиса. Четырех аспектах. Упомяну только о них, что это прежде всего, это действительно физическая эпидемия, которая распространяется достаточно быстро. Это аспект психический, то есть это то, что происходит в психике людей, в их сознании и куда это может выводить. Может, в следующих наших встречах я это расскажу. Третий аспект, аспект социальный, то есть что происходит в государстве, между государствами, в целом на планете, в экономике и каким образом это потом отразится. И захотим ли мы потом поставить на чаше весов сегодняшнюю эпидемию, страх перед ней и то, что произойдет после того, когда мы поймем, что мы эпидемию победили. И, наконец, духовный аспект, четвертый, это что происходит в нашем духовном мире и этот кнут сгинает нас или подстегивает вылазить из чего-то. Или сгинает нас дальше упасть и катиться вниз головой. Это четыре аспекта, о которых мы, может быть, поговорим. Сегодня я хочу ответить на те вопросы, которые прозвучали, которые люди отсылают к нам. Вот. И прежде всего, это что делать, как себе помочь. Но я бы, поскольку это шквал информации, причем, я бы сказал, даже от некоторых компетентных людей, вот, заставляет об этом задуматься, я бы начал бы с того, что вот, с того, что в чем я уверен. И моя уверенность, она базируется прежде всего на знаниях медицины, физиологии, биологии, а также на том опыте, который уже коллеги в разных странах имеют. И я всегда наблюдаю опыт не только традиционной медицины. Понятно, сейчас и протоколы обнародовали, даже уже перевели их на все языки, вот, традиционные. То есть это сейчас не секрет, уже, это уже не стало секретом. Вот, много ученых выступило. Но я также обращаю внимание на опыт нетрадиционной или же классических медицин, такая китайская традиционная медицина, аюрведа и прочее. Вот, ведь мир не первый день встречается с... не первый раз в своей истории встречается с такой пандемией. Ну, если вспомнить даже Авиценну, Абу Али ибн Сину, которому удалось на Ближнем Востоке в свое время победить эпидемию черной оспы. Тогда, когда ни антибиотиков, ни о чем не знали, то есть определенными профилактическими мерами, которыми он ввел, и определенными лекарствами, ведь лечили ж людей симптоматически, и были препараты, и все. То есть, поэтому сейчас я считаю богохульством и просто преступлением просто швырять в сторону. Да нет, все это не работает, все это не так, есть там то-то, то-то, то-то. Вот. Есть огромный накопленный опыт вот этими древними медицинами. Ведь если посмотреть на современную, то что мы называем современную медицину? Медицина, которой
200 лет. Без, ну, может, без малого. А что такое медицина в целом? Это медицина, которая тысячи лет. И эта медицина проходила через серьезнейшие испытания. Через эпидемии, пандемии, войны. Вот. И лечили, и кто-то выздоравливал, и умирали. То есть не можем сказать, что все это было напрасно. Вот. Поэтому этот опыт, его не можем топтать в грязь, и не можем говорить, что все это ерунда, и рассказывать людям следующее. Да, еда ничего не значит, ешьте, что хотите, кушайте мороженое, кушайте побольше молочных продуктов, кушайте. Кто это говорит? Я слышал, это говорят врачи. Значит, получается, эти врачи бьют себя в грудь, что я врач, я специалист, поэтому кушайте мороженое, верьте мне, кушайте сладости, кушайте побольше там, такого-то мяса. Минуточку, извините, ведь пост. А мы там что, забыли? То, что тысячелетиями было предписано человечеству в этот период, не случайно, в этот период, период перехода с зимы в весну, Великий пост, который длится до Пасхи, который не разрешает или же не рекомендует употреблять молочные продукты, мясо, рыбу, сладости, алкоголь. Мы вдруг посчитали, что пандемия отменяет это. А может, все-таки наоборот, может, она потому так и развивается, что ни один человек в начале поста, или же такое малое количество людей, когда это все, когда надо было начинать поститься, а что такое, что предполагает пост? Это те меры, которые сейчас вводят все государства. Ограничить себя в каких-то развлечениях, в массовых увеселительных мероприятиях. Это предписывает пост. Больше с собой наедине, больше перед своей иконой. Вот. Загляните вовнутрь себя, говорят старцы. Вот. Не ешьте то, что вам в этот период может повредить. А что вам может повредить? Слизеобразующие продукты. Вот сразу же все молочные. Почему слизеобразующие продукты? Это молочка вся. Слизеобразующие продукты потому, что в этот период, когда все начинает расцветать, когда движение соков в природе, мы сейчас видим, активируется, оно же активируется и внутри. И если у человека то, что он накопил, и токсины, непереваренные вещи, бактерии, вирусы, все, что это аккумулируется у нас, и вы думаете, вирус к нам попал, он сразу должен вызвать болезнь. Нет. Я сейчас не о коронавирусе. Но он же ведь тоже не взялся один единица, он эволюционировал. Как все то, что в нас живет, как вирусы герпеса и так далее. И вот, попадая вот в эту поток, когда соки начинают двигаться, слизи двигаться, мы продолжаем подпитывать это неправильным питанием. Понятно, что возникают и вспыхивают все сезонные болезни, хронические болезни, гастриты, язвы желудка, у кого была обязательно, колиты, хронические простатиты, боли в спине, головные боли. Все это сейчас проявляется. А все это ведет к тому, что иммунная наша система должна с этим справляться. Вот как только все вот это флора, бактерии, все, как оно начало активироваться, вот, иммунная система набросилась на него и пытается нас защитить. А в этот момент из-за угла вдруг приходит дядя коронавирус на ослабленную иммунную систему, которая занята там своими уборками. Конечно. Ну, конечно, сложно. Конечно, сложно. Я сказал о молочке, да, о молочных продуктах, но я также же точно говорю о мясе. Ну, хватит уже. Сколько ж можно себе подобных поедать, не насытимся никак. В карантин, и давайте вот такие горы, и будем их съедать побольше, чтобы у нас было больше энергии, больше сил. Ну как же ж, это же сила. Какая сила? Какая сила? 10% биологически доступного материала есть в свинине, 10, а все остальное. Ну, конечно, легко бросаться руками, значит, что, так, все, как вот я видел у наших известных специалистов, которые говорят, все, значит, они врач, если он об этом, если я посмел говорить о мясе, значит, я не врач. Да нет, извините.
Ты не врач, ты не специалист, если ты не можешь об этом сказать прямо, что перестаньте обжираться. Если мы говорим о рыбе, и рыба не предписана, и яйца не предписаны, тогда вопрос, а что тогда есть? Ну, не сметайте колбасы, консервы и все, а пойдите купите себе кашку. Гречневую, пшенную, полбу, спельту. Вот. Купите себе овощи, картошечку с подвальчиков достаньте, лучка порежьте, приготовьте это все. Имбирь же, что на сорю продается еще, имбирька. Только не надо так, не надо вдаваться в крайности. Значит, это мы не будем кушать. А кто-то сказал с трибуны, что имбирь полезен, давайте себя отравим имбирем. Это острая специя, овощ, очень огненный. Вызывающий повышение кислоты до какой-то степени, это хорошо. Потому что кислотность желчного сока, она, в принципе, утилизирует этот вирус и инактивирует его моментально. Как-то, но он должен дойти как-то, не зацепиться на слизистых. Вот. А чтобы он не зацепился на слизистых, он очень не любит горячего. Пейте горячий, в термосок наберите и пейте горячий. Можно воду, а лучше чай. А какой пить чай? Тоже я слышал умников, ничего не помогает, кроме кинедина и сумомеда, азитромицина. Да, действительно, это протокол. Да, действительно, многих помогает. А что, кроме этого ничего дать? А извините, шалфей, чабрец, полынь, фиалка трехцветная, побеги сосны, цветы эхиноцеи. Это что, все не помогает? Значит, огромное несметное количество ученых, которые во всех мною выше перечисленных вещах нашли определенные вещества, флавоноиды, фентациды и прочие вещи, которые локально или системно действуют на систему комплимента, действуют на макрофаги, действуют на интерфероны, активируя их. Это что, значит, не существует? Да, мы не знаем специфического лекарства от коронавируса, его нет, пока нет. Я думаю, его и не будет. Пока мы его изобретем, оно мутирует и будет уже новый. Но иммунная система наша должна быть в порядке. Итак, о посте мы хорошо поговорили. Осталось не так много, 2 недели, еще не поздно. Еще можно допоститься, если кто-то до этого ничего не понял. Вот. Если, хотя я призывал еще с самого начала. Вот. Если травки. Еще были такие вопросы, что делать с имбирем? Я уже сказал, в меру. Добавляйте его в меру, с чесночком растирая, поджаривая в приправу. Пейте из него чаек, добавляйте туда лимон и мед. Классическая формула, тысячи лет ей в аюрведе, применяют так называемый ginger tea. То есть, кусочек имбиря размером в свой палец, вот этот большой, мелко порезать, проварить, добавить туда уже в конце, когда он покипел 10 минут, добавить туда пол лимончика, выдавить, когда уже не кипит, и положить ложку меда. Все это перемешать, выпить, замечательное снадобье. Не против коронавируса, но оно улучшает пищеварение, активирует ферменты. Мы в конце концов можем получить с вами хороший напиток, который можно в день несколько раз выпить. Теперь, что касается еще каких-то дополнительных средств. На самом деле у нас, или везде, но в основном там, где в славянских странах, и в России, и в Белоруссии, и в Украине, есть очень много адаптогенов. Очень много адаптогенов, то есть препаратов, которые улучшают, укрепляют иммунную систему, ваш общий тонус. Среди них женьшень в настойке, элеутерокок в настойке, эхиноцея в настойке, все это продают, оралия манчжурская. Вот. Белорусы вообще выпускают замечательный препарат, экстракт бобровой струи в маленьких таких шариках. Так вот, все это можно применять. Все это можно применять, не надо стесняться. Теперь, конечно же, когда я говорю о посте, о диете, это не относится к больным, истощенным людям. Если вы больны, если вы истощены, пожалуйста, отвар курицы. Во время Второй мировой войны или Отечественной войны, я ее люблю называть все-таки так, вот, нашей Великой Отечественной, очень многие знахарки выхаживали раненых солдат. Вот моя
Бабушка тоже выхаживала солдата так. Значит, брали курицу, варили ее до того, пока она вообще превратится в желе, то есть распадется, пока из костей все выварится. И на этом бульоне, там, что было уже, ложили и кормили. То есть, вот для, пожалуйста, есть из мяса, из икры, икры простых рыб. Не надо красный, черный только. Можно, этим можно очень быстро напитать человека. Вот. Поэтому я не рекомендую пост истощенным. Но это не значит, что они должны кушать кефир, йогурт, пить молоко из пачек, которое далеко от молока вообще на самом деле. И употреблять несметное количество сметаны, все это размешивать с сахаром, творожок со сметанкой, сахаром. От этого появится только слизь. Только все охладится и будет хуже. А вот если они съедят то, что я сказал, скажем, ну, может, курятину, может, какую-то домашнюю, может, какую-то там икру рыб, может, какие-то рыбку, может, я не знаю, какие-то морские продукты, оно их очень быстро укрепит. Но в целом пост есть пост. Итак, еще очень важный момент. Вместо того, чтобы трагедизировать по поводу того, что все умрем, вот, но нужно заняться гимнастикой. Лучшего момента у вас не будет. Вы всегда спешите на работу. Если встали утречком, помолились, там помыли нос, промыли его, покапали маслицем вот, в носик по 2-3 капли, язык почистили, выпили стаканчик, чашечку воды с гашеной содой. То есть, что значит с гашеной содой? Пол чайной ложки соды залить кипятком. Прошипит, добавить воды, выпил утречком натощак, сходил в туалет, умылся, оделся там хорошенечко, себя почувствовал человеком, стал к иконе, помолился, пришел в комнатку и сделал гимнастику. О, когда начать? Не получается ничего, вспоминаем советскую. Я понимаю, для моих сограждан, для многих декоммунизации, но это не значит, что не надо бояться того, что было хорошего. Вот когда нас утром радио будило, говорили, начинаем утреннюю гимнастику. Раз, два, три, вот хотя бы эту, дорогие мои, 15 минут. А если кто уже продвинутый, начинайте йогу, начинайте тайчи, начинайте гантельки, только не переусердствуйте. А потом начинайте дышать. Вот дыхательная гимнастика – это панацея. И заодно проверяйте свои легкие, насколько хорошо они дышат. Старайтесь углубляться, вы проникая в их глубину, насыщая их все воздухом, кислородом. Контролируйте свой выдох. Он должен быть длиннее, чем вдох. Вот, пожалуйста, смотрите, сколько упражнений. Если есть где погулять, вы же, наверное, многие среди вас достаточно серьезные, состоятельные люди. У них там есть свои дворы, там у вас все. Ну, выйдите, походите, там посмотрите, на телефон у всех есть. Там покажет, сколько километров вы уже сделали. Вот. Ну, 5 километров надо, больше не надо. 5 километров ножками надо натоптать с хорошим, правильным дыханием. Принимайте душ. Теплый, а потом прохладненький. Не надо себя охлаждать. Не время сейчас начинать закаляться. Но освежающий душ после теплого, у каждого он разный. Для кого-то абсолютно ледяная вода, для кого-то это просто там вода 25 градусов. Вот. Ну, чтобы вам было свежо. Вот это. Меняйте одежду. Вот если вы чувствуете, что вы пропотели, что меняйте. Не надо таскать на себе маски. Носите, когда идете на улицу. Не на улицу, а туда, где собираются люди. Просто хождение по улице в масках, это все равно, что, извините за такое сравнение, это все равно защищаться от другой болезни, нося все время защитные средства на себе. Вот. От нехорошей. Ну нет в воздухе его, ребята, просто так, в воздухе его нет. Вот он может капельным путем передаться, вот тогда, когда вы идете и будете общаться с вашими, или не с вашими друзьями, идете в магазин, пожалуйста. Перчатки тоже будут не лишними, но не надо в них ходить целыми днями. Только когда вы идете в магазин, где вы будете брать все, вот это место, где откуда можно действительно может передаться. Какую-то часть времени там вирус может на своей жизни, вирус может находиться на неодушевленных предметах. Ну, в среднем это может от 4 там, до 20-30 часов. Поэтому, конечно же, перчатки надо. Вот. Пользуйтесь дезинфекторами. Спиртовые показали себя очень хорошо, зарекомендовали. То есть я имею в виду руки. Приходите с работы, вымывайте лицо, руки. Одежду оставляйте, которую хотите, оставляйте где-то в одном месте, не разносите ее по всему дому.
Вот. Если у вас большие волосы, ну теперь придется вам, и вы ходите не с укрытой головой, возможно, вам чаще придется мыть голову. То есть такие элементарные правила, правила гигиены. Вот. И берегите свое сознание. Оно, это у вас не мусорная яма. Это не мусорная яма. Не надо себя погружать в состояние страха и депрессии. Там, где страх, там слабая иммунная система. Там, где депрессия, там иммунная система готова принять все. И в том числе и болезнь. Поэтому держите свое состояние, свое сознание бодрым, вот, во всяком случае оптимистичном настроении. И последнее. Уже не требует каких-то доказательств тот факт, что люди, которые находятся в состоянии страха, их иммунная система уязвима в десятки раз сильнее к любой инфекции. Это доказанный факт. Сейчас об этом много не говорят, но вы должны это знать. Поэтому гоните от себя страх долой. Вот. Рациональность, вера, здравый смысл, и все будет хорошо. Всего вам доброго.